Отличительно собственность после того, что архитектура построена по генеральному плану утверждённых инженерных заводов. Это специализированный завод. Это, ну, сильно на это сегодняшней нашей промышленности. Он и ранее был в количестве этой техники, но и сегодня этот лидер нашей промышленности, завод «Роза», который выпускает 800 машин в год, приходит с большой популярностью. Сегодня 86 городов Российской Федерации идет от продукции, и целый ряд, и особенно в Латинской Америке. Особенно в Латинской Америке. Западный секретарь студенческих городов. Здесь представлен 10-й корпус Саратовского университета, как я уже сказал, на 1999 году. Это мощное учреждение, а вообще в Саратове более 10 высших учебных заведений. Опять меняет терминологию с первой стационарной субъекции, берется от начала и Саратова. Братья Дмитрий Петровича и Решения в 60-х годах основали Саратовский цирк. Ну, наверное, это на вот этой фотографии, но очень скромная зона. Как-то сегодня скромно сказали об этом проекте, но я считаю, это один из самых прорывных масштабных проектов, который был в городе за последние годы. Это не просто как красивые улицы, это олицетворение, наверное, и современности, и среды. На деле находится более 20 объектов культурного наследия. А самое главное, что эта улица соединяет центральную часть с набережной Монаты, с набережной Волги. Саратовский мост, наш символ, 65-й год, это причудливый мост, длина его 2734 метра, единственный мост, тоже длинный, конечно, это действительно символ, смотрите на ажур арки-моста, форму птичьи, которая придает легкость, ажурность. И что приятно отметить, в 65-м году снимался фильм «Строится мост», где принимали участие известные артисты Олега Ефремова, Олегдаль. И заканчиваем, конечно, я матушкой Волгой, Волга, которая сделана из воды в Истерне и способствует формированию и истории нашей губернии, и ее природных особенностей. А наша уникальная территория нашего региона протяженно 400 километров, 9 на правый берег и за Волгой. И, конечно, она оказала огромное влияние на формирование нашего растительного животного мира. Мы единственные биоэкологи, три климатические зоны. Если степная по пустыне, а тут все равно не может приводить. Вот такая удивительная наша земля. Спасибо.
которые прошли в прошлом году. И, конечно, подписано было очень много соглашений. Обсуждены вопросы в различных сферах. Это как бы продолжение наращивания наших усилий по взаимному сотрудничеству. Я должен сказать, что из года в год товарооборот между Саратовской областью и Москвой растет. И я думаю, что вот подобное проведение подобных мероприятий как раз и дает возможность нам уверенно смотреть в будущее. Прошлогодний визит в столицу регион. Не просто отслеживаем, мы думаем о том, что можно сделать еще сверх того, о чем мы договорились в прошлом году. И вот завтра у нас пройдут круглые столы, на которых будут обсуждены различные вопросы, в том числе, которые, может быть, не попали в сферу особых интересов, да, наших делегаций. Саратовская область стала ежегодной традицией. Это мероприятие этого года, потому что правительство Москвы организует Дни Москвы в регионах ежегодно. И Дни регионов в Москве, вы понимаете, что регионов очень много. И, конечно же, ежегодно проводить для каждой области республики, конечно, невозможно, просто не в силах. Но работа продолжается на уровне наших правительств, на уровне структурных подразделений правительств. И мы не видим каких-то проблем в реализации тех соглашений, которые достигнуты были в прошлом году и будут достигнуты сегодня. Помимо такого решения, будут уклонить вас в Москве? У нас не только торговые отношения, не только вопросы товарооборота, да, развития промышленности, но, естественно, очень важна такая отрасль, как туризм. И вот сегодняшняя выставка, которая представлена на Старом Арбате, она как раз позволяет людям, и москвичам, и тем гостям, которые приезжают там в Москву и посещают Старый Арбат, посмотреть, чем же замечательна земля саратовская, и, конечно, привлечет новых туристов на территорию Саратовской области. Я был в Саратове и в Кулаково, но это было очень давно. И вы знаете, как стремительно развивается Москва, и очень здорово, что стремительно развиваются и наши регионы, в том числе город Саратов и города, которые являются районными городами Саратовской области. Посмотрите, что происходит на территории того же Саратова. Я уже говорил в выступлении на третьей выставке о том, что вот пешеходная улица, они назвали, и я знаю о том, что это первая пешеходная улица в истории, да, в России. Они называли ее Арбат. И вот когда у нас появились многие пешеходные улицы в Москве, начали появляться улицы в городах, в регионах, в том числе и в Саратове. И, конечно же, многое хорошее, что было произведено в Москве, взяли в Саратов среди себя. С удовольствием. Посмотрите, какие места, не только в самом Саратове, а в Саратовской области, а в которых многие не знают. Нравится и горбушка саратовская, и калач. Я думаю, что привезли, но у нас так бурно начался сегодня день, что у нас даже нет времени посмотреть, что они привезли, и им нет времени дать нам попробовать. Главное, чтобы видео хорошо. Конечно. Мы приглашаем всех на концерт. Спасибо.